Вновь вас приветствует канал «Это не диалоги о рыбалке». Ну и снова здравствуйте, вы вновь на канале «Это не диалоги о рыбалке». С вами вновь я, Костян, Виктор Костяныч. Лайк. И Лайк сегодня первый раз у нас на лодке. И он сегодня будет купаться. Сегодня, пока мы без рыбалки, решили чисто не пропустить еще один жаркий день лета нашего под осень. Переехали на пляж. Пляж Селивановский напротив деревни Селиваниха. Здесь всегда раньше отдыхали, балдели. Блин, сейчас вот вообще прекрасно, маленький такой теплый ветерочек. О, рыбы плавятся. Обдует, ни мошки, никого. Сейчас в августе получается, и паута нет. Вообще прям кайф. Можно лежать, загорать, отдыхать. Надо этот бледный вот этот остаток как-то убрать. А, Лайк, плавать пойдем? А? Пойдем плавать. Сейчас пойдем. Лайк у нас только один раз плавал. Это было весной. Фу, какашку какую-то нашел. Лайк, это вода. Ладно, пойдем, Витя, купаться, отдыхать, загорать, смотреть. Ну, вода вообще кайфовая здесь. На нашей стороне там прохладная, а тут кайф. Лайки, пошли. Иди сюда. Иди, Майя, а? Иди сюда. Лайк, Лайк, иди сюда. Придется, Лайк, придется. Лайк, иди сюда. Так не хочет заходить. Иди сюда. Иди, Майя, сюда. Иди. Иди. Иди сюда. Иди. Лайки. 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 Вот, вот так. Вот так. Пойдем, 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 пойдем мокнуть. Пойдем, смотри, тут мелко. Вода теплый. О, кайф какой. Пошли купаться. Ну что, блин. Чапку, чапку, если с это с нарой притащить, так они сразу бы в воде уже сидели. А, давай, охлаждайся маленько. Все, поплыли к берегу. Лайк. Лайки. Ты куда поплыл? Берег в другой стороне. Лайк, ну выходи в воде, ты чё? Кайфово же. О, смотри, понял, раскусил. Раскусил, что в воде тоже прикольно. Не выходит на берег. Оп, тут и попить можно, не отходя от кассы. Оп, и муху укусить. Лайки, иди, Майя, сюда. Иди сюда. Иди, иди. О, смотри, он сам плывет уже. А ты молодец. О, молодец. Ты еще плавать-то не научился нормально, да? Как тебе водичка? Классная, да? И комары не кусают. Вообще кайф. Давай, иди. Плыви к берегу. Что, хвостом подруливает? А? Хвостом подруливает. Ага. Прям, видишь, сам ко мне приплыл. Да? Ну. Блин, ну мелко, конечно, курганов нету нифига. А мне уже хорошо. Вообще вода, блин, как это, парное молоко. Где хоть ямку-то тут найти? Плавать мы с Витей не умеем. Так что булькаемся возле берега. О, тут уже течение, блин. А ведь что? Нифига себе здесь мелкота. Мель. О, вот тут глубина пошла. Только началась. Ты что, Майя, ко мне плывешь, что ли? Ты думаешь, он доплывет? Лайк, ты что, ко мне прешься, что ли?
этого мути. Ты что, меня потерял, что ли, а? Сопит плывет. А? Сопит плывет. Иди сюда. Иди сюда. Вот, давай на островок. Ай-яй-яй-яй-яй, не царапайся. Ты что, а? Видал, да, там далеко. Далеко, ага. Утку будешь таскать? И что ты ко мне приплыл? Теперь тебе обратно надо плыть, слушай. Я-то здесь надолго. Это ему одному там скучно стало. У тебя иди на берег, я его к тебе отправлю. Да? Лайк. Иди, вон, зовите, плыви. У него жопа всплывает. Моё. Лайк. Лайкос. Где лиса Лайк? Давай точи когти. Виктор там купается. Там две лодки пришли. Ребятишек с деревни привезли купаться. А ну а мы с Лайком тут попробуем попу поморщить. Может, что-то клюнет. Блин, кто-то брал. Заехал в курюшку за ту деревню. О, кто-то бьет, бьет. Ящик, что ли? Блин, вот тут мошка есть уже. Глина, тина, мошки и рыбки. Этот, о, подъязочек какой маленький. Лайки, он рыбу уже выхватил. О, вот она, щука. Мелочуга. Майк, сиди. Рыбу поймал. Ай. Стой, не дергайся. Грамм 300. Опа, Лайки, смотри, еще рыбку добыли. Вот это уже можно айсону взять. О, где-то, где-то всплеск был хороший. Можно сказать, каждый заброс под язык бьет. Не по разу. Тутка в грязи ковыряется. Вот еще две. Чирок. А, кря-кря. Самая маленькая, самая вкусная утка. Все тут кустики стоят. Сейчас здесь попробуем прокидать. И вот тут уловцо такое небольшое. Щуку, друзья, выхватил он. Килограмм на 5. Около 6. Камера вообще в бардачке лежала.
Дядя Вова выловил уже тут все. Дядя Вова, говорю, выловил все тут уже. Ой, ё-моё. Дядя Вова! Ну-ка наругайся там на них, у тебя голос погромче. Че, зацепил? Вова, сначала приди, блядь. Да! На полкилограмма! Мелкая! О! Отцепилась нафиг! Ага! Да, маленькая совсем была! Ага, скажи, дубчик. О, щука за ним выныривала. Прямо в лодке. Заглотил, блин. Ёлки-палки. Ох, хороший какой. Вот это, блин. Трофейчик. Лайк, смотри, уколет он тебе. Оп, щука в кусту гульнула. Пойди-ка. Блин, уже отнесло. Уже не докину. О. Небольшая. Опа. Сейчас попробуем эту щуку из куста вытащить. Если соблазнится.
это же дуб. Хороши окуньки. Вон щука сыграла. Пах, пах. Ох, блин. Из-за твоих уток, блин, окуня упустил. Щука впереди, он там ходит. Сейчас подкрадемся. Вон окунь гуляет, вот щука здесь была. Я пока по уткам стрелял, у меня окунь, блин, с рук вывалился. Там в курье черки есть? Летают? Ох, в лоб попал блесной. Это изи там стоят, блин. Что, зацепил? Опа. Нифига тут закипает, блин. Так в больнице спроси этот зажим хирургический. В больнице спроси зажим хирургический. Но. Им вообще удобно. Ну ты лайк, молодец. Ёлки-палки. Ну, ладно, тут простительно. Вот ты напрудил. Он. Даже дядю Сережу заставили, блин, старого рыбака спиннингом рыбачить. Сейчас бы закинул спокойно сеть, наловил бы рыбы. Нет, надо теперь на блесну, чтоб собак прокормить охотничьих. Все, детей забирают, надо ехать тоже Витька подбирать. Да поедем тоже домой, мошка вышла. Начали подъедать. Видимо, вечереет. Нет! Ох ты, черт.